Меня зовут Илья Кашковский. Мы с нашей командой непосредственно занимались съемками и подачей Николаевской области. Мы постарались показать все, старались показать основные прихованы, так сказать, скорбы нашей Николаевской области. Их вы сможете посмотреть в формате фотосвет, видео, а также получить интересную информацию, которую, возможно, еще не знали. Спасибо. Это была работа для какого-то определенного сайта или там, насколько мы понимаем, там несколько, да, сайтов? То есть это проект Travel in Mykolaiv.com.ua, то есть прихованы скорбы Миколаевщины. Что сегодня будут представлены эти фотографии, видео? Естественно. С сегодняшнего дня сайт будет уже запущен, и каждый пользователь сможет посмотреть и узнать больше. Как долго велась работа над сайтом? Около полугода. Мы непосредственно наш продакшн. Вы сами лично ездили в эти? Естественно. Каждая съемка проходила также в моем участии. А где именно, что именно больше всего понравилось? Какое именно определенное место вот прям вдохновило вас? Знаете, Николай вдохновляет каждым своим кусочком. Я думаю, вы сможете прочувствовать, посетив наш сайт. Вложена частичка нашей души, команд нашей. Спасибо. А лично вас? Все-таки. Какое-то конкретное место, возможно, вот прям... Вы знаете, наверное, если выбрать из всех, скорее всего, это Оливия. Там что-то есть такое, что тебя заставляет вернуться туда. Все, отлично. Спасибо огромное.